Привет, друзья! Тим, а помнишь, мы обещали девочкам-подписчицам сделать подарок к 8 марта в виде конкурса? Да-да, вот это видео! Тогда объявляем конкурс на шарик лол! Девчонки, одним из условий конкурса будет подписка на канал Леди Мэри! А остальные условия можно будет посмотреть в видео на канале Маши. Переходите туда по ссылочке, которая будет в описании к этому видео. Да! А теперь к бою! Луинор против Экскалиуса. Раунд первый. 3, 2, 1. Гоу! Так, посмотрите. Экскалиус начинает атаковать. Нет, но он, конечно, боевой такой вот волчок. Но он на несколько секунд Экскалиус остановился раньше. Да. Второй раунд. Да. Раунд второй. 3, 2, 1. Так. Кто же? Посмотрите, они друг друга атакуют. Прям в наступление друг на друга идут. Экскалиус опять проиграл. Да что ж такое? 2-0. 2-0, да. Пока мисс ведет Луинор. Да. Третий раунд. 3, 2, 1. Так, смотрим, смотрите. Они не хотят друг к другу подходить, но Экскалиус все-таки атакует и все-таки он сдается. Да. Луинор в этой битве победитель. Да. Луинор против Валтрека. Да. Раунд первый. 3, 2, 1. Так, Луинор атакует с такой силой, посмотрите. Но он мешает. Посмотрите, как он атакует Валтрека. Кто же первый? Посмотрите, Луинор с такой силой атаковал Валтрека, но все равно проиграл. Не может быть. 1-0 в пользу Валтрека. Раунд второй. 3, 2, 1. Так, Валтрек занял стабильную позицию. Луинор начинает его выталкивать, атаковать. Но себе он мешает. Посмотрите, ситуация повторяется точь в точь. Да. 2-0. Третий раунд. 3, 2, 1. Воу! Ого, какой удар только что был. Посмотрите, Валтрек опять атакует. Ой, Луинор атакует. Валтрек стабильно стоит на месте. И та же ситуация. Луинор в проигрыше. Да. Луинор против Крейс Цигнуса. Раунд первый. 3, 2, 1. Фу! Ты перепрыгнули? Да. Луинор вытолкнул Крейс Цигнуса с арены. И это победа. Да. Раунд второй. 3, 2, 1. Фу! Так, серьезные напарники. Смотрите. Луинор атакует. Крейс Цигнус просто стабильно держится. Посмотрите. Луинор раскачивает. Да. Чем же закончится этот бой? Да, Крейс Цигнус выиграл. Потому что он... Раунд третий. 3, 2, 1.
Ого, ну крейсер набрал скорость. Так, кто же кого? Наверное, крейсер сейчас убегает. Ну, посмотрим. Он же маленький, он же крейсер останавливает. Посмотрим, смотрите. Так, Луинор сдается. Ну, конечно, это немножко неправильная встреча, так говорится. Надо нам Крейсцигнуса тоже с горячим металлом каким-то в бой вызвать. Да, все, Луинор сдался. Ну да. Какой следующий гейблейд вызвать на арену? Ставь лайк и подписывайтесь на канал Дим Битыч. Пока-пока.